Добрый вечер! В эфире студия ⁇ репортер ⁇ Я Виталий Хеми. Ради вітати в нашій студії депутата міськради, голову фракції Українська міська партія Сергія Ківало Слана Сумка. Добрий вечір. Говоримо сьогодні про сесію міськради. Вона була присвячена дуже важливим питанням, питанням, які стосуються і країни, але насамперед мешканців міста Одеси. Пані Слана, будь ласка, розкажіть, які важливі рішення були прийняті на цій сесії. Наскільки я розумію, а міськрада погодила виділення такої величезної суми на боротьбу з епідемією страшною? Добрый вечер, добрый вечер, Виталий. Действительно, очередная сессия детского городского совета была достаточно такая напряженная, потому что, можно сказать, скопление людей в одном месте. Поэтому депутаты, ну фактически все депутаты, что не может не радовать, они а, пришли в защитных масках. А, журналисты, средства массовой информации. Знаете, откровенно говоря, я шла к вам на эфир и остановилась просто возле магазина продуктового. И стояли молодые ребята, и я вышла. В в маске потому что ну я считаю что это в первую очередь моя защита и защита окружающих людей мы с вами не понимаем к сожалению до да, состояния своего здоровья никто этого не может понимать и они так достаточно ехидно посмеялись и говорят эти маски ничего ни от чего не защищают безусловно сейчас есть э, нехватка нехватка в аптеках и эта проблема это топ тема потому что нет средств защиты в первую очередь не хватает э, не хватает не хватает это громко связано просто нет тестов где мы можем проверить себя на наличие той или иной инфекции э, то что касается коронавирусов э, нехватка систем искусственной вентиляции легких это все те вызовы с которыми э, э, столкнулись мы с вами мы это один Одесса, Киев, Харьков, Николаев, да и весь мир. Потому что ввиду глобализации общества, к сожалению, эта страшная трагедия не могла обойти нас. Что можем сделать мы? Мы можем сделать все от себя зависящее для того, чтобы минимизировать, для того, чтобы растянуть во времени, для того, чтобы сократить количество заболевших. Поэтому Одесский городской совет проводит ежедневные, даже по несколько раз на день комиссии для того, чтобы держать этот вопрос ну, насколько это возможно на контроле. Фракция Украинской морской партии собиралась на кануне сессии. безусловно, топ-тема это коронавирус. Это ну, ситуация понятна, потому что да, мы можем где-то какие-то инфраструктурные объекты, где-то что-то отложить, но вопрос коронавируса ⁇ это вопрос связан с человеческими жизнями. Поэтому было принято решение на фракции о том, что необходимо городу выделить больше средств для закупки того или иного оборудования. Наш коллега Алексей Кисловский, член комиссии, зам, председателя комиссии по здравоохранению, вчера была создана внеочередная комиссия по здравоохранению, и средства, которые необходимы на закупку всех этих препаратов, были увеличены и дополнительно еще проиницировано и выделено порядка 140 миллионов гривен. Соответственно, также наша фракция выступила с предложением. Я уже видела в интернете: пытаются перековеркать, кто первый, кто второй. Наша фракция выступила с инициативой. Я убеждена, что задача каждого ответственного, социально ответственного бизнеса и каждого, у кого есть возможность внести свой посильный вклад в эту ситуацию. Мы выступили с предложением, чтобы депутатский фонд у нас 64 депутата городского совета, чтобы каждый депутат. Депутат выделил по 100 тысяч гривен а, департаменту здравоохранения для закупки масок, тестов, систем вентиляции легких. Это а, порядка там, это 6 миллионов 400. Много это или мало, но это тот посильный вклад, который все должны сделать, я считаю. И с точки зрения депутатского фонда, так как я была инициатором увеличения депутатского фонда, он за три года вырос из 500 тысяч до 2 миллионов. Поэтому я считаю, что каждый депутат должен поддержать эту инициативу Украинской морской партии Сергея Кивалова. И э, то, что называется, э, где-то свои желания э, немножко сдвинуть с точки зрения ремонтных инфраструктурных объектов, понятно. Что каждый уже что-то пообещал на округе, каждый уже сформировал эту заявку, но я думаю, что в данной ситуации, в данной ситуации это нормальная сумма, которая, пускай небольшой вклад, но в общую копилку системы здравоохранения и вообще... Ситуация забавлязывает, и это решущая самое. Безусловно, я... да. Ну там был... начали, да, начали, там мне уже сбрасывали в интернете, кто первый, кто второй. Это неважно. Александр насколько... Витальевич сказал, что он, э, а кто-то сказал, мы больше, кто-то сказал, я первый, но это все глупости. Я не претендую на то, что я первая или вторая, я говорю о том, что есть такая инициатива и добрая воля. И у каждого здравомыслящего человека, либо социально ответственного бизнеса такая добрая воля должна быть. Насколько я понимаю, хочу также поставить это питание, была, ну не то, что перепалка, но такое вопрос, которое мэр поставил керівнику КПО «Одеса Фарм» щодо ціни саме цих Золотых масок, я не знаю, как иначе их называть. Вчера они еще были там 80 копеек гривня, сейчас 25, 40, 60 гривень, Ну, это достаточно нормальная ситуация. Я режим? могу сказать, что законодатель сегодня должен а, поставить в рамку уголовной ответственности спекуляции на этом вопросе. И чтобы любое предприятие, частники, которые наживаются на ну, просто горе, горе, то есть должно быть четкое государственное регулирование цен в этом вопросе, и все, кто пытается нажиться и спекулировать, на этом вопросе покупать здесь э, скупить в аптеке по одной цене а здесь, стать под аптекой и продать в три раза дороже я думаю что э, ну это должно пресекаться вплоть до уголовной ответственности потому что ну вопрос ну более чем серьезный посмотрите что происходит в Италии что происходит в мире поэтому э, я вам хочу сказать что вот здание детского городского совета сегодня наверняка вы снимали э, каждый второй если не первый был в маске а когда выйти э, в супермаркет либо пройтись по городу, мы наблюдаем, что далеко а, не все, не все, но большинство, я бы сказала, без масок. Поэтому, э, ну, э, уважаемые одесситы, это вопрос нашего здоровья, нашей безопасности, нашего, наших детей. Э, поэтому я думаю, что меры предосторожности, я не знаю, такие, как мыть руки, э, ну, это просто должно быть сейчас, в это время, просто как очень наш. Так, я все понимаю, но на самом деле, это, товар был ну, доступный. Ну, не, я понимаю, что там экономика, якась там працює Там якась змова, але все ж таки, там і пенсіонер має дозволити собі цей, цей за, за засіб захисту. Ще не одна... я ще раз говорю, уголовна відповідальність за спекуляцію на там випросі. А важливе питання Сланова. Ви людина науки, людина освіти. Зараз таке теж важливе питання навчання школьників, студентів. Як це відбувається? Які є пропозиції? Я знаю, є там дистанційна освіта, десь ефективніше, десь. Не, не, не дуже, но все ж таки, есть планы. будь пожалуйста. Как сделать так, чтобы никто не пострадал? Ну, безусловно, хочу сказать, как мама дочки, которая ходит в третий класс, это, конечно, ну, любой карантин, это стресс для каждого родителя, тем более для работающего родителя. Несмотря на то, что законодатель вводит какие-то послабления, ограничения в этом плане, но в любом случае сейчас мы, знаете, вот когда в договоре прописывают форс-мажорные обстоятельства, сейчас вся страна живет в режиме фосмажорных обстоятельств. Поэтому э, в любом случае сейчас разрабатывают и внедряют дистанционное. Обучения мы ведь с вами понимаем, что карантин до 3 апреля, и мы пока, к сожалению, не понимаем, что будет 4 апреля. Поэтому сейчас очень важно, чтобы все выполнили предписание и прислушались, просто не смеялись с этого всего и не улыбались, что это коснется всех, только не меня. Я не хочу наводить панику. Слава Богу, у нас в Одессе, в Одессе нет ни одного случая коронавируса, который официально зафиксирован. Я не хочу наводить панику и то, что мы должны быть просто собраны и внимательны по отношению к своему здоровью, здоровью своих близких. Что касается одного, одного из образовательных проектов, в отношении которого шла, шел разговор на сессии городского совета, наша фракция выступила с инициативой от лидера партии, который является главным меценатом, человеком, который строит в простонародье, да, вот привыкли мы все говорить церковно-приходскую школу, но официальное название это Международная академическая школа Одесса. Мы выступили с предложением к мэру города в отношении создания рабочей группы для того, чтобы все технические вопросы запустить, сбалансировать, и чтобы детки, дети Одессы, а я убеждена, вот просто я свято верю в то, что мы все выживем, переживем эту страшную пандемию, и то, что 1 сентября детки пойдут в первый, во второй, в третий, в десятый класс, и то, что у нас есть уникальная возможность, у нас я имею в виду у одесситов то, что наши детки смогут пойти в эту уникальную школу, ну, это э, ну, большая заслуга, безусловно, Сергея Кивалова в этом вопросе. Я два дня назад, вчера, позавчера, была э, лично, присутствовала и внутри походила, посмотрела этот объект. Вы знаете, когда ты проезжаешь мимо вдоль французского бульвара, да, это очень красивое такое масштабное здание, но когда ты заходишь вовнутрь, э, ну, масштаб и размах просто поражает. С нами также была, присутствовала директор Департамента образования Бунеочи Елена Валерьевна, и мы говорили о том, что это уникальный проект не просто в городе Одессе. Она говорит, что я как специалист, ну, нам показывали уникальные проекты, красивые, масштабные в других странах мира. И вот она говорит, что даже если она была не так давно в Дубае и там показывали там, общеобразовательную масштабную школу, ей далеко до нашей школы, которая строится в Одессе. Поэтому ну, я убеждена, то есть было много вопросов или нюансов в отношении платное, бесплатное. Так я вот хочу подчеркнуть, что Сергей Кивалов, все авторы проекта, очень хотят, чтобы школа была бесплатная, чтобы была возможность у каждого ребенка, у каждого ребенка учиться там. А я вам хочу сказать, что это большое счастье, большая удача учиться в этой школе, когда ты ходишь, так сказать, на им импровизированные экскурсии, когда ты понимаешь, что актовый зал в школе, вдумайтесь, строит и проектирует Георгий Делиев, человек известнейший на весь мир, и когда там сцена и площадка будет ну, уникальная в Украине, и это школа. Когда бассейн на четыре дорожки, где можно, я не знаю, олимпийские игры проводить, когда порядка 10 тысяч квадратных метров, 10 тысяч квадратных метров это учебные классы, а, а вся школа на 17 тысячах квадратных метрах. Ну, понимаешь и ощущаешь э, масштабность этой ситуации. Более того, уделено отдельное внимание системе противопожарной безопасности. Оно, я думаю, беспрецедентное в принципе в нашей стране. Поэтому мы выступили с инициативой, э, а запустить процесс надо. Да? То есть, ну, как бы построить, э, построить уникальное здание, это полдела. Сейчас наша главная задача наполнить жизнью, чтобы были лучшие учителя, чтобы была сбалансированная программа, чтобы ну, каждый для себя мог ответить на вопросы, чтобы одесситы смогли пойти в эту школу уже 1 сентября. А сегодня у нас есть все основания для этого. Безусловно, Одесский городской совет выделил земельный участок, и сейчас этот земельный участок получает льготу. Я могу сказать, что все школы, либо государственные, либо частные формы собственности, школы получают льготу на землю. Мы попросили льготу на этапе строительства, потому что этап строительства, ну, мы все понимаем, какие-то деньги. Деньги. Я даже не знаю, думаю, это надо вопрос задавать Сергею Кивалову, но там миллионами долларов исчисляется этот проект, а, ни копейки средств из бюджета ни города, ни области, ни страны не было потрачено. Поэтому, а, безусловно, сегодня есть льгота на землю, но тем не менее мы хотим, мы хотим, чтобы квалифицированные а, люди сели за стол переговоров и отработали все механизмы для того, чтобы а, наши одесские дети смогли пойти в эту уникальную школу уже 1 сентября этого года. Спасибо, пані Светлана. Я хотел бы, чтобы вы, вот еще есть, у нас хвилина, звернулся для одиссетов, как-то зас, в этой ситуации, чтобы они не паниковали, але все-таки а, дисципліновані Я хочу обратиться к каждому одесситу, что я призываю, Украинская мирская партия Сергея Кивалова призывает не паниковать в данной ситуации, но быть максимально собранными и дисциплинированными. Средства индивидуальной защиты это не смешно, а это должно стать модным. Рисуйте, я не знаю, какие-то ножки, рожки, язычки. Но на самом деле это те вещи, которые помогут нам сохранить наши жизни. Поэтому э, я убеждена, что мы, мы все будем живы, здоровы. Потому что мы, ну, как минимум одесситы, это, да, особый народ. Поэтому мы всегда улыбаемся, идем с оптимизмами, улыбками по жизни. Поэтому я желаю всем нам оптимизма, мира. І в першу чергу, здоров'я, дякую, пані Слано. З вами була Світлана Сауленка, голова Української міської партії Сергія Ківалова, депутат міськради. Бувайте здоров'я з вами. Був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.